Магаданскую область вновь посетил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер правительства Российской Федерации Юрий Труднев. В рамках визита сначала полпред посетил новый шоурум строящегося жилого комплекса «Гороховое поле». У нас будет Здесь представлен макет застройки двух очередей Горохового поля. В настоящее время начато строительство объекта первой очереди. Это два жилых дома, 444 квартиры, общей площадью 21,5 тысячи квадратных метров. Застройка Горохового поля предполагается домами переменной этажности от 4 до 8 этажей. Примерно в течение месяца начнется строительство второй очереди. Она представлена 4 домами в этой стороне и 6 домами в этой стороне. Общая площадь застройки 78 тысяч квадратных метров, 1500 квартир. Федерального вице-премьера, курирующего дальневосточные регионы, сразу же заинтересовала цена квадратного метра жилья на Колыме в целом и в строящемся жилом комплексе «Гороховое поле» в частности. Завершение строительства объекта в первой очереди – середина 2023 года, завершение строительства объекта второй очереди – середина 2024 года. Доклад окончен. Сколько сейчас цена квадратного метра в Колыме? Ну, мы сейчас оценивали то, что Минстрой находится. Судить 115 тысяч. 415. Но это, Юрий Петрович, сейчас цены на стройке, вы знаете, меняются. Значит, растут как на дрожжах. А здесь сколько будет? Значит, сейчас смета находится в экспертизе. Сейчас как раз отрабатываем главгосэкспертизу сметную стоимость. Я попросил, значит, главгосэкспертизу, чтобы не во вред качеству, но максимально внимательно посмотрели за оценку. Или не доступно здесь есть? Да, я который здесь. Еще спрятались. Вы здесь как-то помогать? Да, Юрий Петрович, инфраструктура инженерам планируем создавать рамки механизма для насыщенной концессии. Масштабные планы по застройке Горохового поля вечернему Магадану прокомментировал руководитель организации исполнителя работ Юрий Водопьянов. Всего на территории Горохового поля планируется строительство 4000 квартир общей площадью 185 тысяч квадратных метров. Также на территории Горохового поля планируется строительство детского садика, поликлиники, общеобразовательного центра для детей с ограниченными возможностями, центра реабилитации пожилых людей. И также строительство полной инженерной инфраструктуры. То есть это первый на Дальнем Востоке квартал комплексной застройки территории. Шоурум строящегося жилого комплекса не пустует. Буквально перед посещением объекта полпредом президента узнать о возможностях приобретения жилья на Гороховом поле зашла магаданка Наталья Гайворонская. Мы подыскиваем сейчас квартиру для дочери в нашем городе, да? И, собственно, решили, почему бы не узнать, может быть, возможно, долевое строительство, прекрасная возможность, какую, я думаю, что было бы неплохо, да, если бы населению было позволено участвовать в долевой стройке, почему нет. Юрий Труднев, с самого начала поддержавший и курировавший проект берегоукрепления, конечно, не смог не посетить и Магаданское портовое шоссе. Представители компании «Стройтрансгаз» доложили вице-премьеру о почти полном завершении работ. В настоящий момент заканчиваем работу. Осталось последние две недели уже формирование откоса. Ливневая система заканчивается. Я переключил. Удалось не только решить проблему связи с морским портом, устроить дорогу, безопасность обеспечить, но и сделать, организовать инженерную подготовку под зону рекреации. В планах у нас на следующий год завершение работ по благоустройству данного участка. Сейчас мы в экспертизе, все проектные решения согласованы. Ну и к концу летнего сезона 2022 года уже этот участок приобретет форму и вид набережной. После личного осмотра, целью которого был контроль за реализацией масштабных инфраструктурных проектов в столице Колымы, Юрий Труднев подвел итоги и поделился с магаданскими журналистами своими впечатлениями от увиденного. Впечатление, что Магадан начинает изменяться. Это не говорит о том, что вот все прям в розовых тонах, что все уже стало хорошо и прекрасно. Но это говорит о том, что есть движение. Это движение вполне заметно. То, как сегодня презентовалось Гороховое поле, ну, это от Москвы ничем не отличается. Что касается подъема судов, это поручение Михаила Владимировича Мишустина, председателя правительства Российской Федерации. Оно, слава богу, выполняется. Это очень важно, потому что, вы знаете, вот когда
подходишь к береговой линии, у нас прекрасный совершенно океан на Дальнем Востоке, но когда тут торчат ржавые остовы судов, то это и смотреть на это не очень приятно, прямо скажем. Ну и кроме того, это создает опасность для судоходства и проблемы для того, чтобы дальше развивать портовую инфраструктуру.